20 метров, оно все равно все будет заложено плиткой. Гена. Гена. Мы рубим всю площадку, метров 15 рубим площадь. Да, но напрашивается, если это центральный ход, чтобы тут посередине тогда и центра отбивать на памятник. Так вот оно же и будет, вот же оно вот здесь же. Подожди. Давайте памятник тоже по центру площади. Поэтому давайте будем думать, если робить так, как мы робили, 12, то будет. Если делать по возможности, то соединяться аж туда, чтобы не было. Надо вот здесь делать пешеходную дорожку проходную, а вот это уже зона, как бы. Пешеходную дорожку, где если, мы если делать... вообще говорили, Сережа, что мы робим, куда эта пешеходная дорожка? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 5, 6, вот правильно, тут может быть центр, между цими деревами. Оно, с одной стороны, хорошо, если люди пришли встать на мероприятие. И до центра дороги мы думаем, как мы будем это делать. Но сейчас мы должны сделать, наверное, дорожку, и мы должны сделать вот этот подиум. Второй момент – благоустройство. Где розы, цветы, это уже как бы... Помимо плитки, помимо бетона и так далее. Вот так. А потом определяемся дорожка. Как дорожка? Должна здесь идти, значит дорожка. Дорожку безопасности мы не берем внимания. Здесь, я думаю, что нам достаточно одной здесь хорошей дорожки. Дальше. Теперь мы должны подумать, как это все благоустраивать. Правильно, благоустройство ведвола. Это вся территория, мы должны что-то сделать, какие-то клумбы, какие-то. Раз мы уже благоустраиваем этот весь участок, этот памятник, может быть благоустройство всей этой территории. Пусть это не страшно. Да, не будем близко, карман пиратить. Не будем карман пиратить. Давайте мы где-то возле церкви, ближе, вот тут мы поставим этот памятник. Видите, сколько нет? Всю сторону дорожки, все равно мы делаем. Вход широкий сделаем. Вот эту делаем. Я думаю, что памятник знает. Дивись.